В Саратове обсудили тезисы ежегодного послания президента. В экономическом вузе области прошел круглый стол. Его участники обсудили основные задачи, поставленные президентом страны перед региональными правительствами. Среди них общественники, побывавшие лично в Москве на ежегодном обращении президента. Так, по словам Александра Ландо, Владимир Путин за небольшое время уделил внимание всем острым вопросам. Ситуация в Украине, введение против России санкций, развитие оборонной промышленности и экономики. Также в своей речи президент выразил благодарность сельским труженикам, собравшим в этом году рекордно высокий урожай зерновых. По словам саратовского общественника, правильным и взвешенным стало решение федеральных чиновников о помощи в развитии бизнес-кластера. 4 года бизнес малый и средний будет жить в условиях одинаковых, так сказать, тех ставок, значит, налоговых, которые они на сегодняшний день сложили. Все. Это ведь заявление президента, которое на самом деле будет исполнено до конца срока его полномочий.